Я Давид и Споры заставили нас покинуть дом, и мы долго скитались, ища укрытие. Но никто даже представить не мог, что нас ждет впереди. А впереди нас ждет увлекающее приключение, ну либо медленная голодная смерть наших с вами людей. Так, всех приветствую, всем приятного просмотра. Сегодня поиграем в блуждающую деревню. Так, давай, наверное, нажмем, ага, на паузу. Можем, да, так сделать, да. Давай, я смотримся сначала. Во, смотри, какой у нас с вами динозавр есть. Я знаю, что динозавр, какое-то мифическое существо, но пусть будет динозавр. Зовут его Онбу. Не стал переименовывать, по дефолту Онбу. Так, мы сможем его кормить, лечить и управлять им. Туда, куда нам нужно будет с вами отправиться. Правильно я понял? Так, давай посмотрим. Карта у нас с вами маленькая. Я даже не знаю, где мы будем строиться. Может, начнем где-то... где-то вот тут, как думаете? А потом пойдем дальше вниз. Так, что у нас здесь? Палатка. Да, давайте, наверное, здесь построим так палатки и будем с вами вниз тут сюда строиться. А дальше посмотрим, как оно пойдет. Давайте, наверное, выставим первые палатки для наших жителей. Я не знаю, сколько просто нужно палаток. Это они занимают одну палатку? Где вы тут? Сколько у вас тут? Раз, два, три, четыре. Ага, у вас тут много. А палатка сколько места у нас? Так, самодельное жилье до двух человек, да? Давайте, наверное, штучек 5 мы сейчас тут построим. Палаток где-то... давай больше, хорошо. Давай сделаем вот так, палаточный город. Здесь, по-моему, дальше мы сможем с вами строить хорошие дома. Ну, раз начали, пусть будет вот так. Потом проведем с вами дорогу, чтобы я понимал, да, вот таким образом. И... поехали, все. Нужно будет, наверное, дерево вам, да? Для строительства. Камушек вам нужен будет, так что добывайте здесь тоже камушек. И давай смотреть, что еще у нас здесь с вами есть. Пост рабочих. Используется для управления рабочими. Дает им специализацию. Носильщики, сборщики. Рабочие, рабочие. Давай, наверное, рабочие у нас будет... с вами вот тут, да? А тут дом исследователя. Хорошо. И вот сюда дом исследователя. Отлично. Давайте, занимайтесь. А ну, можно на X4 ускорить. Во. Так, шарики — это то, что я разметил, то, что нужно собирать. Правильно я понимаю? Крутить камеры я здесь, к сожалению, не могу. Ни влево, ни вправо. У нас... вот таким вот образом она и будет. Ну, то есть посмотреть, что находится сзади этого домика, к сожалению, я не могу. Сейчас дождемся, пока миссия не достроит это все, и продолжим. Не хочу спешить, хочу поиграть в эту игрушку и насладиться ей. Так, все, первое здание у нас построено. Так, вы кто? Пост рабочих. Ага, 2 человека есть, да? Разнорабочие. Ну, давай, наверное, 2 человека пусть и будут. Больше, я думаю, нам нету смысла назначать. Так, то кто? Выберите следующее исследование. Кухня. Деревенский лекарь. Ага, открыть древоисследование. Палатка, хижина, склад. Здесь хранятся различные материалы по 250 каждого. Угу, прикольно. Озеленение. Научись использовать простые украшения, чтобы повысить привлекательность соседних домов. Влияние. Прикольно. Обслуживание. Кухня. Лекарь. Хижина разведчиков. Давай, наверное, пойдем в кухню. Дальше ресурсы. Мастерская плотника. Сборщик навоза. О, вот и наш Онбу. Аптека. Кухня. Рупорная башня. Нужно будет, наверное, кухню построить потом нашему динозавру. Блин, прикольная графика. Прикольная игрушка. Вот скорость поменьше делаем ее. Как же я ее раньше не замечал. Так, давай ускоримся на первых началах.
Что у нас по поводу тут дерева? Давай дерево собираем. О, дождик пошел. Вот тут дерево мы с тобой собираем и смотрим, что мы можем с вами дальше строить. Так, есть. Дальше хранилище сырья. Могу куда-то его сюда? Не могу, да? Блин, можешь две палатки разрушить и хранилище сырья сюда? Как думаете? А давай. Все снести. Снести. А я могу это снести? Снос. Х4. Все. Давай здесь лучше хранилище поставим, да? Хранилище сырья. Бум. Отлично. Идем дальше. Бак для воды. Ого, какой огромный бак. Хочется, чтобы было все красиво. Давай, наверное, бак для воды сюда. Кладовая у нас станет вот сюда. Так, едем дальше. Что это? Извлекает влагу из воздуха. Ага. А водичка нам... Ля, наш динозавр проснулся. Так, ты куда? Ага, понял. Ты просто ходишь, бродишь, да? Ты сюда куда-то направился. Нужно будет, знаете, что сделать? Эту, как его, вышку и управлять нашим динозавром. Так что хотел. Колодец с водичкой, да? Колодец с водичкой. А я не знаю, просто одна-две штуки нам нужны. Нужно ли намного? Или лучше поставить тут две кладовые? Сейчас, погодим. Так, собиратель ягод. Вот у нас ягодки находятся. Продуктивность 36%. Угу. Ну, тогда давай ставим, наверное, вот так. Идем. Дорогу делаем вот сюда. Просто, чтобы я понимал, как у нас оно все находится. Тоже дорогу сюда. Едем дальше. Водичку собрать, да. Водичку собрать тоже, да. Я не знаю, пусть будет и ферма. Ого, какая огромная у нас с вами ферма. Куда бы ее разместить бы, так бы. А я здесь могу ее поставить? Ферму, а здесь выращивать, к примеру. А давай попробуем. Так, мы здесь делаем приоритет. Берем с вами в руки. Открыть древо исследования. Давай, наверное, сделаем кухню. Для нашего динозавра. Возможно, он скоро кушать захочет. И мы как раз его приятно удивим. Правильно? Так, что я хотел? Я хотел убрать здесь дерево. И это дерево я хотел убрать. Вот здесь отлично. Сейчас как раз заодно посмотрим, будет ли расти у нас дерево опять. Все, есть. Смотрим, смотрим. Бак для воды. Так, используется для посадки сельскохозяйственных культур. Нажми сюда, чтобы отключить хранилище. Нет, я не хочу. А это у нас... Во, делаем... Делаем приоритет. Тогда здесь у нас сейчас будет с вами огород. Вот как конкретно на этом месте они будут у меня его выращивать. Так, сажать. О, ля, красиво ж? Я думаю, красиво. А что он тут будет сажать у нас? Свекла, да? Ага, шикарненько. И здесь водичка тоже собирается, да. Влажность, скорость производства 100%. И здесь водичка пошла. Все, вроде мы с этой задачей с вами справились. Сейчас они будут сажать у нас тут. Прикольненько. Свеклу будут сажать, да? Хорошо. Кухня есть. Два человека пусть занимаются этим. Давай смотреть дальше. Что у нас здесь? Дом исследователя. Это мы построили. Ферма, кухня. Кухня, кухня, кухня. Блин, ну если я сейчас сюда кухню поставлю... Я сейчас сюда кухню поставлю. Я ж ягодки, да, поврежу. Давай, наверное, кухню вот.
Вот сюда, наверное. Сейчас посмотрим, погодим. Хочу провести опять же дорогу. Вот таким вот образом. И кухня. Пусть, наверное, тут кухня у нас будет. Едем дальше. Так, сырье непонятное. Мастерская плотника. Какая огромная у нас мастерская. Может, стоит ее где-то отсюда начать строить и везти вот сюда? Давай, наверное, мастерская, погоди, а камень это тоже, да, такой же самый. Давай тогда мы поставим тебя вот сюда. Мастерская плотника, правильно? Да. А здесь каменотес у нас с вами будет. И, по-моему, у нас там открыть древо исследование. Да, кухня появилась. Так, сытная еда для онбу. Можно накормить онбу, чтобы удалить сильный голод. Давай, вот так делаем. Сытная еда. Мастерская есть у нас. Вот. Лачуга грибоведа. Онбу кухня. А на кухне у нас интересно. Интересно, интересно. На кухне у нас люди задействованы, либо нет. Может... Давай, наверное, так же самое сделаем огород вот тут вот. У нас тут грибы будут, да? А тут у нас будет кухня. Все, шикарно. А тут можно, наверное, даже водичку поставить. Еще одну. Вот сюда оно влезет. Влезет? Да, влезет. Отлично. Тогда делаем приоритет. Нам что понадобится? Нам понадобится деревце, я знаю. И камушек, да? А вот по поводу людей, я не уверен, что хватит ли нам на это все людей с вами, как думаете? Мастерскую построили, здесь ничего не изучено, дом травника. Сажает и собирает медицинские растения. Нужна почва, блин. Блин-блинский. Как думаете, может... Может перенести дом собирателей куда-то вот сюда, а здесь посадить травы, дом травника. Вот смотри, мы сюда дом травника, и здесь у нас с вами в этом месте будет огород, да? Собиратель ягод. А куда мы собиратель ягоды там? Так, давайте посмотрим сейчас. Собиратель ягод. Так, эффективность 54%. 27. 54. I don't know, если честно. Если честно, я без понятия. Сейчас разберемся, разберемся. Так, что у нас здесь? Ага, а почему не могу? Почему я не могу? Что мне нужно? Почему здесь? Добавить участок вот сюда хочу. Что не так? Я не то сделал, ребят. Я не то сделал. Так, ребятушки, я таки извиняюсь. Это мы с вами удаляем. Это мы с вами удаляем. Мне нужен для грибов именно вот такая вот штука коричневая, да? Хорошо. Тогда мы делаем с вами как-то вот так. Здесь у нас будет... где это было? Дом травника. Дом травника у нас здесь будет с вами. Блин, дорога, да, разрушится? Ну, ничего страшного, я думаю, если дорога разрушится, то я надеюсь, что они сюда смогут пройти. Здесь у нас будет дом травника, а мы здесь травы будем выращивать. А грибы, грибы, грибы. Лачуга для грибов. Вот тут у нас будет, наверное. Блин. А эту штуку я смогу брать ресурс? Угу. Камень можно будет, но только с карьером, да, вместе, хорошо. Тогда давайте, знаете, что сделаем. Проведем вот так вот дорогу, чтобы я тоже понимал, что здесь происходит. Возвращаемся. Грибы, грибы, грибы.
Блин, ну... Давай, наверное, грибы мы здесь с тобой посадим. Здесь у нас будет кухня, здесь у нас то производит. Каменная плитка, хорошо, отлично. Здесь у нас строится дом травника, вообще шикарно. И дальше... Дальше пока у нас ничего вроде и нету, да? Так, давай посмотрим древоисследование. Ага, оно еще исследуется. А здесь вы же сможете, да, пройти? Вам же ничего, что дорога в кладовую вы доберетесь, я надеюсь. Потому что если нет, нужно будет это все перестраивать. А ну давай смотреть. Опа, зашел, нормально. Собиратель ягод. Ну да, вроде бы справляется. Вроде бы им оно и не сильно и мешает. Хотя, если что, мы потом это все перенесем с вами. Это не есть проблема, правильно? Так, мне нужна древесина. Хорошо, давайте добудьте мне древесины. А вот по поводу людей. Где мне брать людей с вами, как думаете? Новых жителей. Если они здесь. Так, палатка, жилье. Количество кроватей 2, бонус яду, вот это непонятно. Пока месь реально непонятно. О, древесина пошла, хорошо, значит они сейчас начнут нам это строить. Давай, наверное, вот сюда, чтобы у нас грибочки с вами начали расти уже. Приоритет здесь делаем. Так, забрать, вот это собрать. Камушек, наверное, тоже весь надо будет собрать с вами. Так, что тебе нужно? Тебе нужна древесина, да? Угу. А деревьев у нас маловастенько. Пока мы вот эти вот ягоды трогать не буду, мало ли, может, сюда собирателей тоже еще отправим. Так, что здесь по деревьям? Еще вроде есть. Хорошо, нужно будет потом пойти в изучение. Так, изучение у нас готово, да? Нет, откроем. Так, хижина разведчика. Давай, наверное, хижину разведчика выбираем. Два дня. Все, шикарно. Так, свеколка у нас растет. Вы у нас справляетесь, два человека. Угу. Так, здоровье. Он был 100%. Режим просмотра на пятерочку. 100% у тебя, да? Ты куда-то отправляешься. Место кормления онбу. Ага, он идет нямать, я так понимаю, правильно? Мощь ты, зайчик, ты нямать идешь, да? Молодец, хорошо, умничка. Так, давай вернемся назад. Давай посмотрим на хранение воды. Что у нас здесь? 100%. И здесь тоже, да, у нас? Вроде бы тоже пока месть нормально. Может, больше нужно... Для хранения воды, как думаете, нам... Где наша... Бак для воды? Может, если я сейчас куда-то вот сюда поставлю его? Да, я зацеплю, конечно, один кустик. Собирателя. Но зато у нас будет с вами два бака. А два бака лучше, чем один, как думаете? Либо лучше... Ля, он ямает, смотри! Моя ж ты, зайка, ля. Все, понямал, умничка. Давай, наверное, бак для воды мы вот сюда. Это мы с вами уберем. Это нам не надо, значит, дорога. В любом случае, наверное, буду еще перестраивать это все. Вон, грибы сажать. Давай, сажаем. Грибочка у нас будет расти вот с вами вот здесь вот. И нужно будет, когда они камушки эти уберут, тоже сюда посадить. И посмотреть по поводу... Что это? Ага. Травы сажать. Вот сюда тут травы сажайте у нас. Это вода. Здесь у нас ресурсы. Вот кухня для онбу, для нашего динозавра. Доска нужна. Доска делается, да, потихонечку, помаленечку. Хорошо. Они этим занимаются. Так, деревья тут... Они срубают. Так, тоже давай, наверное, эти деревья уберем вот так вот. На всякий пожарный случай. А ты чё отдыхаешь?
живет в палатке, да? Все? Есть? Мы исследовали. Давайте посмотрим. Погоди. Отмена. Давай смотреть, что мы можем с вами делать. Хижина разведчиков. Ага, ля какая здоровая. Хижина разведчиков. А я не могу, да, тебя? Или могу? Ага, могу только вот здесь. Только здесь строить, да, могу. Ну давай, может, вот тут рядышком разведчиков и влепим вот сюда, к примеру. Не, тоже не могу. Ну хорошо, будете у нас, значит, здесь. Давай приоритет, камень, доска. Вроде должно быть. Не знаю, потом посмотрим. Возможно, я, конечно, когда у нас будет с вами хорошие дома, возможно, тогда я и перенесу это все. Так, еда. Еда вроде есть, да, но маловастенькая. Собиратели, собиратели. Мне, наверное, пищу собиратели куда-то сюда. Но у меня людей нету, вот в чем проблема. В чем проблема? Собиратели ягод. 36%, 49%. Свекла. Ягоды. Но они вроде бы и работают, а вроде бы и нет. Давайте, наверное, пока мы сейчас ничего больше делать не будем. Вот, да. Я не уверен, что они будут успевать со всем огородом. Просто можно было бы, конечно, куда-то сюда по огороду, сейчас вот сюда огород куда-то перенести, но... Давайте начнем с маленького поселения для начала. А потом уже будем смотреть, чтобы не пришлось это все заново перестраивать. Потому что если я знаю, я могу. И, как говорится, могу и буду. Так, давай, наверное, ускоримся на четверочку. Хочу ускориться на четверочку. О, ля, какой умничка. Ну что, ребят, как вам игрушка? Как по мне, прикольная, не знаю. Я думаю, как минимум серии 8 можно точно записать, да? Посмотреть. Хотя не знаю, может и быстро надоест, когда мы с вами построим здесь кучу всего. Так, что это у нас тут? Грибочки. Давай грибочки соберем. Грибы у нас вроде есть. Вот грибочки тоже есть, да? Да. А я могу еще где-то их с вами разместить? Могу. Вот сюда могу. Вот тут тоже могу. Можно, конечно, было бы сюда грибы. Я не знаю, кушают ли они грибы, либо не кушают. Еды для онбу. Угу. Нет, это только для онбу. Ну ладненько. Я просто думал, что и наши тоже кушают. А наши, наверное, только свеклу, да? А где наша кухня? Мы кухню построили, дом травника. Он был кухня, кухня. А, вот кухня, доски. Давай приоритет сюда. И кухня для онбу тоже сюда. Мне нужно, чтобы они готовили еду для наших жителей. Травы, вода. Ну, вода хорошо, свекла. Блин, нужно будет, наверное... Нужно будет, наверное, переносить. Да? Вот эту вот штуку переносить. И добавлять еще свеклу, наверное. Так, а как мне здесь снести это все? Отмена, отмена. Так, снос. Давай, наверное, сносим. Эту тоже штуку сносим. У нас две есть. И лучше сюда огород, наверное, мы с вами сейчас добавим. Вот таким вот образом. Это будет более продуктивно и более полезнее. Тем более водичка у нас есть. Так, что здесь у нас? Снос. Давай дорогу тогда тоже здесь снесем. Она здесь бесполезная. И эту водичку мы перенесем с вами вот это вот место, да? Сможем же так поставить? Сможем, почему нет? Все, шикарным. Давай смотреть, давай добавлять, давай делать. Во, теперь у нас будет больше свеклы. Здесь у нас с вами будет кухня, да? Кухня. Для онбу. Ага, готовится.
шикарно. А теперь нужно как-то... Кладовая, нет, не сюда. Дом исследователя. Давай посмотрим. Где-то наш онбу. Сытная еда для онбу. Так, чтобы удалить сильный голод. Так, требушет кормушка. Используется для кормления онбу. Сокращает показатели голода. Размер 7 на 5. Блин, ну давай сюда пойдем, наверное. Погладить динозавра. Это так мило. Так мило. Давайте, наверное, требушет сначала этот построим с вами. Так, а что у нас здесь? Ага, здесь доска. Хорошо. Блин, наверное, знаете, как поступим? Что такое? А, ты нямаешь? Нет, ты устал, понял. Может, наверное, я перенесу потом это все. Так, требушет кормушка не построена. Ага, то есть мне нужно будет вручную, да, потом его кормить. Насколько я понял. Прикольно. Ресурсы. Гигантский ствол. Я могу тебя? Нет, не могу. К сожалению, не могу. Ладно. Так, дерево. Дерево. Блин. А растут ли тут деревья? Как думаете? Не зря ли я начал это все срубать? Просто если не растут деревья, то будет все печалька. Так, давай здесь тоже заберем. Мне нужно наше обычное. Угу, ну, готовьте. 2 из 20. Почему? Два человека у нас есть. Хорошо. Свеклы, конечно, маловастенько, но ничего не поделаешь. Так, а ты кто? Куча камней. А можно тебя убрать? Либо нельзя, либо вы сами уберете. Почему с доской ничего не идет? Куда вы все несете? Ага, 6 из 10. Давай посмотрим, возможно, на дом... На дом разведчиков это все... тратится. Блин, ну вроде поселение маленькое, вроде должно всего хватать, по идее. Так, 0%, 0%, сотка, и тут сотка. Хорошо, пока месь вода есть. И из-за чего я вот эту вот дорогу не убираю? Из-за того, чтобы не забыть, что у меня здесь собиратели. Ну, то есть, чтобы сюда ничего не построить. Потому что я себя знаю, я забуду и влюблю, что там. 6 из 10, 8 из 10, да. А тем временем у нас какой? 18-й день? Могу нас поздравить, 18 дней прошло. А мы еще не угробили нашу деревню. Что там по поводу нашего трибушета? Строится ли он, либо не строится? 72%, понял. Все, наш зайчик проснулся, да? Понял, дальше топает, хорошо. Давайте дождемся, пока месь они сейчас достроят. Вроде две досточки осталось. Надеюсь, что нам людей хватит на это все. Так, голод анубу. Анубу. Будет ануба. 25%. Ну, сейчас... Сейчас требушет достроится. Он вроде достроился, да? Так, где ты? Где ты? Где ты? Или еще нет? Или еще это изучаешься? Ага, 90%. Хорошо. 91. Сейчас подождем. Все, еще чуть-чуть нужно будет. А где его только строить? Где-то, наверное, в этом месте, рядышком. Возле головы. Так, сотка. Отлично. Рупорная башня. Пока месть не надо. Требушет кормушка. Вот сюда, да? Ну, в любом случае, вот сюда. Все, тоже делаем приоритет. Закрываем. Теперь смотрим на тебя. Нужно будет две досточки еще. Так, что по поводу дерева? Ага, добыть. Ну, давай здесь тоже пару штучек еще назначим. Вот так вот. Пусть будет на всякий пожарный случай.
Так, еда. 14-16. Что у нас по поводу склада? Вроде собирается, да, потихонечку? Помаленечку. Железо. Древесина. Нет, еще ничего такого нету. Так, есть. Открыть карту. Куда мы можем отправиться? Что это такое? Святилище. Нет доступных разведчиков. Поселение. Ага, и что не так? А почему я не могу? Или мне нужно по бокам? А, у меня людей нету. Вот в чем проблема. У меня людей нету, у меня занято, да? У нас везде по одному человеку, везде все занято. А я даже не знаю, ты кто у нас, ферма? Давай одного человека, наверное, назначим вот сюда, открыть карту. Во, давай сюда. Что не так? А почему нет разведчиков? У меня есть разведчики? Вот один человек. А, нужен комплект рабочих, нужно два. Где я их возьму вам? Хорошо, давай отсюда. Рабочий будет один. А тут будет тогда два. Плюс. Ага, давай сейчас посмотрим. Мне нужны еще люди. А где мне людей брать? Я, честно, пока без понятия. Вот один человек, и давай второй. Блин, а у меня на кухню не будет людей, чтобы вы понимали. Все, у меня везде по одному человеку. Ага. Давай сюда тогда одного. Мне надо будет кого-то на кухню одного назначить. Плюс еще на кормушку нужно будет людей. Открыть карту. Вот. Так, и что? Так, отправить разведчиков. Нет, вот сюда. Отправить разведчиков. Разведка. Смотрим. Заброшенное поселение. Похоже на наш старый дом. Здесь можно найти последних отчаянных выживших или немного еды. Блин, мне нужны выжившие. Мне реально нужны выжившие, если честно. Давайте, ребятушки, найдите мне хотя бы пару человек, потому что у меня закончились рабочие. Уже разведали, отправить на разведку. Интересно, а мы что-то добыли с вами, либо нет? Так, уже разведали, хорошо, разведка там идет у нас. Блин, сколько. Ах-то. Заброшенная шахта с железной рудой. Ага, то есть мы можем... Слышь, а ты, зайчик, можешь остановиться, либо не можешь? Не можешь, да? Ага, командный горн тебе нужен. То есть мне нужно изучить будет... Ой, это что такое, что за туман? Надеюсь, мы сейчас не отравимся здесь. Так, давай скорость, наверное, поставим вот на единичку. Что я хотел посмотреть? Используется для подачи команд, которые не обязательно будут исполнены. Позволяет нажимать на карте мира, чтобы решить, в какую сторону идти. Ага, вот это вот нужна штука. Эта штука по-любому нужна. Так, что тут у нас? Уже разведали. Нет доступных. А у нас они до сих пор разведывают или что? Наш динозавр зевает. Так, зайчики, а вы тут? А, вы все еще... Хорошо, давай ускоримся. Вы все еще изучаете, да? Так, хлеб. Ага, мы хлебушек с вами найдем сейчас. Прикольненько. А мне нужны люди. А где мне найти людей? Как мне их привлечь в наше новое поселение, как думаете? Блин, наверное, надо будет вот это все переносить. Реально, надо будет, наверное, это все переносить и как-то перестраивать.
Так, давай посмотрим. Зато у нас будет 24 хлебушка. Это неплохо. Я хочу на карту посмотреть. Так, карьер. Не то. Кочевники. Вот, группа кочевники. Ищи новый дом. Хочу вот сюда. Хочу сюда. А мне нужно... Нужно построить эту штуку, да? Для того, чтобы управлять. А у нас людей мало, из-за этого я не могу. К сожалению. Так, есть. Хочу сюда. Угу. Нет разведчиков, нет разведчиков. Почему нет разведчиков? Иди, зайчики. Давай посмотрим. Так, принять решение. Ты встречаешь группу переселенцев, ищу новый дом. Позволишь им присоединиться, взять к себе, прогнать, взять к себе. Так, кочевники поселились в твоей деревне. Ура, у нас теперь есть два человека, хорошо. Теперь на кухне будет один человек работать. Здесь жители, жители у нас, я так и не понял, сколько здесь человек живет. Но то, что у нас плюс два человека, это мне нравится. Это не может не радовать, правильно? Отправить на разведку. Древесину или грибы? Давай, наверное, древесину с вами соберем. Давай соберем с вами древесину и посмотрим, что по поводу кухни есть. Да, готовка пошла. У нас сейчас потихонечку, помаленечку будет с вами еда. Я вижу, что ты голодаешь, зайчик, но потерпи. Это что такое? Это бунт? Кто-то сбунтовался? Не бунтовать, ребят. Так, а можно мне здесь приоритет, доска, один человек? Хорошо. Но здесь тоже готовит 5 еды, правильно? А еда у нас делается из свеклы. Угу, прикольненько. Так, кто это? Так, уже разведали, отлично. Ну, давай сходим. Даже не знаю. Так, большой карьер, полный камней и других полезных ископаемых. Ну, давай сюда отправим. В разведку. Отряд разведчиков. 10 грибов, открыть карту, хорошо. Сейчас, ребятушки, нужно будет с вами дождаться, пока место достроится. Наш трибушет кормушкой и покормить нашего с вами динозавра. Сонливость 19, голод 16. Отравление, блин, и нужно будет с вами тогда идти в изучение аптеки, да? Угу. И давать ему лекарства, потому что я не хочу, чтобы он у нас болел. А то у него животик будет болеть, и все. И он нас больше никуда не повезет. Так, 6 из 15, отлично. Угу, 70%. Еда готовится. Ну, вроде бы... Да, оно забирается по-быстрому, но и готовится тоже вроде немедленно. Так, бездействие. Давай смотрим. Всего людей 21. Всего жилья 16. Ага. Им домик нужен, да? Палатка. Давай сюда палатку. 16. Так, 17, 18. 19. Тут 20, а тут 21, правильно? Все, пусть вот так будет, отлично. Давай смотреть. Бездействуют 3 человека, то есть еще 3 свободных места у нас с вами будет. Отлично, но я хочу их задействовать на один на трибушет, а второй на этот, как его, на аптечку для нашего. И плюс еще мы с вами вот эту вот штуку делаем, да? Сейчас 97%. Позволяет менять это такие направления. Нужно будет тоже отмена башня. Башню, наверное, вот мы сюда ставим.
тоже будем ее улучшать. Но только давайте, наверное, будем улучшать эту башню мы с вами уже в следующей серии. Я думаю, на сегодня все. Игрушка мне реально зашла. Блин, прикольная. Не знаю, буду ли я без вас переносить наше вот это вот все поселение, либо не буду, либо пока месяц оно так и будет. Посмотрим, может, я перенесу как-то огород, сделаю более поприятным. Может, даже куда-то вот сюда, в это место. Может, здесь начнем с вами. А ну, давай посмотрим. Может, здесь и с вами и будем вот так идти, как думаете, здесь строится. Потому что здесь участок маленький. Еды, конечно, по чуть-чуть хватает, но не так, чтобы сильно и много. Так что посмотрим. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Не знаю, напишите в комментариях, как вам игрушка. Мне лично зашла. Я реально кайфанул. Так, кочевники. Еще одного дома. Да, хорошо. Давай. Так, в шахту давай отправим. И давай кочевников примем. Как их принять? Что нужно? Что для этого нужно? Кто мне скажет? А об этом мы, наверное, узнаем с вами в следующей серии, что для этого нужно. Так что все, всем еще раз спасибо за просмотр. Всем пока-пока. И до потом, ребят.